Это программа «Хвостатый беспредел». И сегодня мы идем в гости к длинному, ну ладно, не очень длинному, но зато императорскому удаву. Взмах лезвия бабочки, рев мотоцикла. Наш герой выбирает опасные увлечения. Поэтому и дома у Алексея живет змея. Дело в том, что я лев по гороскопу и змея по китайскому календарю, когда змеи родился. Ну, так как льва мне никто не даст держать дома, решил завести змею. Полтора года назад Алексей принес домой в кулечке крошечного удава. Императорский удав, блок-констриктор император. Зовут его Нагайна. Собственно, названа она в честь персонажа в реке Тикитави. Выходи же, Нагайна, и сразись со мной! А потом, как заметили мои друзья, то есть имя Нагайна также есть еще и в Гарри Поттере, это приспешница Волан-де-Морта. К удавам относятся около 60 видов змей. Среди них маленькие песчаные удавчики, изумрудные собакоголовые удавы и даже гигантские 11-метровые анаконды. Императорский удав, он достигает в длину взрослой особи до 3 метров, максимально зарегистрированный. В Нагайне уже 1,5. Конечно, в попугаях она гораздо длиннее. Такие разные животные мирно уживаются в квартире Алексея. Пока он летает и ходит по террариуму, она совершенно не реагирует. Но если возможно выпустить ее в этот момент, может быть, она и не пойдет. С Алексеем Нагайна ведет себя спокойно. Как говорят ученые, змеи узнают хозяев по запаху. Узнают, собственно, на меня, да, и большого количества людей. Мои друзья приходили, пытались ее на руки взять, вот и она начинает на них просто шипеть. Хоть удавы и не ядовиты, нужно соблюдать в общении с ними ряд правил. Не стоит махать перед ними, то есть перед лицом, так как они все-таки хищники, то есть она может случайно спутать, да, не успеть среагировать и в итоге броситься. Если вы покормили ее, а нужно помыть руки, да, чтобы не оставалось запах. Что ж, попробуем познакомиться с Нагайной поближе. Очень приятная на ощупь, такая тепленькая. Ой, боже мой, сейчас она меня хочет съесть. Нет, не хочет. На самом деле у нее нет ядовитых клыков, поэтому ничего плохого со мной не может случиться. Конечно, у нее острые зубки, но укус ее сравним, наверное, с укусом щенка. Так, скажи мне, что она хочет сделать? Она зачем просто... она меня облизывает? Она не облизывает, она... Что она делает? Нюхает, скажем так, у нее все рецепторы на кончиках языка. Да. А вот насколько развито у нее зрение? У нее очень хорошее зрение, ну, как говорят ученые, она видит в тепловизоре, то есть не так, как мы, как люди, да? То есть она видит теплое, холодное. Когда мы ее доставали из террариума, она была холодная, да? Сейчас она успела нагреться от человеческого тела. Да, тела. Она принимает температуру окружающей среды, то есть я в террариуме где-то порядка 25 градусов сейчас, да? Температура тела человека 36. Она существо хладнокровное, и поэтому становится такой же температурой. Как видите, Нагайна очень дружелюбная. Алексей часто берет удава в студии на фотосессии. Некоторые просто стояли в шоке со змеей на руках, некоторые, да, получили хорошие фотографии. Не все близкие спокойно относятся к увлечению Алексея. Ко мне пришла сестра, когда еще змея была маленькая. И она очень хотела, чтобы я ее достал из террариума, показал ей, на что я ей говорил, что не нужно змею беспокоить, она только в новый дом перебралась, я тогда только сюда переехал. Она все равно настаивала, достань. После чего не выдержал, тут же открываю террариум, достаю ее змею. Она, видимо, испугалась этого, возможно, это было резко, возможно, она решила проверить, боюсь ли я свое животное. Вот. Развернулась, пыталась убежать, но в итоге врезалась в дверной проем, не вошла, и после чего долго и упорно пыталась открыть дверь на выход. В среднем удавы в неволе живут около 10 лет, при этом почти не доставляют хлопот хозяевам.
ухаживать за ней в принципе легко, то есть достаточно поддерживать температуру и определенную влажность в террариуме. То есть опрыскивать террариум периодически, есть лампы нагрева, да, которые нужно включать. Под лампой накаливания температура должна быть около 32 градусов, а в прохладном углу примерно 25. Среди предметов большая поилка и ветки для лазания. Я купил большой террариум, его размеры достигают, да, 70 сантиметров на 70 сантиметров длиной и высота метр. Собственно, это достаточный террариум для взрослой особи. Дно змеиного дома устилаем древесными опилками. Кормит Алексей своего питомца раз в 10 дней. Это мало затратно по сравнению с остальными животными, так как, допустим, заморозочка одна, а ей на данный момент достаточно, этого стоит 50 рублей. Это маленькая мышка, и когда она подрастет, это будет крыса, да, замороженная, она стоит 100 рублей. Размер корма должен быть чуть меньше ширины удава в самом толстом месте. У змей подвижные кости черепа, и их рот сильно растягивается. Когда змея сбрасывает свою старую кожу, кормить ее не рекомендуется. После линьки остается небольшой кожаный носочек. Ну, я выкидываю, но некоторые говорят, что если положить в кошелек змеиную кожу, то это к деньгам. Некоторые меня даже просили эти носочки. Конечно, не всем людям подойдет такой питомец, как змея. Человек должен быть выдержанный, да, то есть человек должен быть достаточно спокойный, да, поиграться с этим существом как таковой, да, как с мячиком не получится, то есть змея берется для души, можно так сказать, там, максимум, что она может, это поползать по человеку. Если вы захотите второго удава, будьте готовы к тому, что в неволе эти змеи сложны в разведении. В случае успеха через 5,5 месяцев на свет появится 20-30 живорожденных удавчиков. А на Гайне пора в террариум. Они завораживают больше, то есть это существо, за которым можно довольно долго наблюдать, в некое состояние гипноза тоже погружаешься, то есть сидишь, смотришь, берешь на руки, то есть оно спокойное и придает спокойствие. Поэтому, если вам не хватает размеренности в жизни, смело заводите змею. Императорский удав очень популярен у любителей рептилий по всему миру и подойдет даже новичку. А вы знали, что «Оскар» получали не только люди, но и животные? Об этом в нашей следующей рубрике. Эдси – так называется аналог «Оскара», но только для зверей. Ее учредила Голливудская ассоциация по защите чести животных актеров. Кстати, именно эта организация придумала фразу: «Во время съемок фильма ни одно животное не пострадало». Первым обладателем премии в середине прошлого века стал говорящий мул Фрэнсис. Есть среди животных актеров и рекордсмены. Рыжий кот Оранж стал двукратным обладателем Пэтси. Он дебютировал в фильме «Рубер». А настоящая слава к нему пришла после роли безымянного кота в картине «Завтрак у Тиффани». Звериный Оскар существовал 40 лет. Ну и вот наш главный победитель. Мы поздравляем вас и дарим вам премию Пэтси. Прошу! На этом у нас все. Надеюсь, вы тоже когда-нибудь получите свой долгожданный Оскар. Это была программа «Хвостатый беспредел». До встречи!